фехтовали. Почему? Что когда-то, вы помните, наши предки с мечами, ну потом с саблями уже, так, когда стала более легкая защита, и плюс оружие другое появилось. Значит, более нужно было и холодное оружие, более легкое. А как это мечи? Ну, смысл это тоже. Ну, не брал я щитов, чтобы показать, в чем смысл этого. Но еще раз говорю, посмотрите, есть удар мечом, посмотрите. Я ведь его не встречаю, как кино. Не вот так вот, вот это вот мы тут, и вот это вот. Не, вот так вот не бились наши предки, никогда. Еще раз, посмотрите, я вот просто чуть довернул, все, это уже, это одно движение. Это одно движение, посмотрите, вот оно, это одно движение. А теперь посмотрите, Денис, посмотри. Еще раз, посмотрите, такая интересная вещь. Посмотрите, вот оно. Видите, он перестал бить. С ним что-то произошло. Наверное, ну давай. Просто для него это тоже интересно. Вот еще просто с этим не работал. Я ему даю немножко, как бы, чуть-чуть другого. Видел, да? Стоп! Я возьму другое. Здесь будет интересно. Вот посмотрите. Вот и все. Собирает луч, да, меня ведет. Хотя, в принципе, коротким оружием работает точно так же против длинного оружия. Я стек с удара. Если вы не видите, я могу показать еще раз. Я без ничего. Посмотрите, я стек. Я не убежал. Я стек. Именно ровно настолько, насколько нужно. Видите, ну, рукоятка. Но я себе, как бы, помогаю еще такой штукой. Дальше мне стало идти просто, чтобы не идти. Понятно, иди. Потому что у тебя есть разум. Вот. То есть, это то, что можно использовать, то, что можно научиться.